прям можешь часть щечки прикрыть джинсовкой. Да, только голову сильно не опускай, лучше джинсовку к себе подтяни. Настоящий профессионал всегда знает, что нужно для красивого кадра. Екатерина – фотограф. Вот уже несколько лет она смотрит на мир через объектив. Маленько назад голову, вот пусть ветер волосы подует. Больше всего девушка любит фотографировать на природе. Всегда старается поймать живые эмоции. Катя считает, фото должно быть максимально правдивым и искренним. Я очень люблю снимать love story. Это моя страсть, влюбленные пары. Мне кажется, вообще в 2019 задал такой тренд естественности, натуральности. Люди прям полюбили искренность в фотографиях. И поэтому, мне кажется, через любовь она передается прям максимально по-настоящему. Однако показывать правду на фотографиях предпочитают далеко не все. Например, барнаульская инстаблогер Алина настолько увлеклась фотошопом, что полностью перенеслась в мир иллюзии. И вот получается до, после. Потом еще небо можно заменить. Заменить, говорит девушка, можно что угодно. На ее странице в Инстаграме она учит, как вместо деревьев сделать горы, вместо юбки тыкву и даже летающие книги. Я сначала вдохновлялась вот этими всеми зарубежными именно картинками из интернета, пыталась сделать что-то похожее, а потом уже начали приходить идеи свои в голову. Я начала видеть идеи для фото уже везде просто, потому что уже какая-то насмотренность, наверное, была. Психологи считают, что желание приукрасить действительность возникает не только из-за тяги к творчеству, но и из-за других внутренних комплексов. Одним может не нравиться внешность, другие недовольны отсутствием красивых локаций. Главное – не увлекаться иллюзией сильно, чтобы не потерять себя настоящего. Важно, чтобы человек соблюдал баланс. Если хочется показать какую-то свою навык умения фотошопить или какую-то свою красивую сторону, или выбрать лучший ракурс, почему нет? Но здесь надо соблюдать еще и наполнение вот этого внутреннего мира. А этому каждому фотографу приходится учиться самому. Или же не учиться и собирать своих поклонников творчества. В 2020-м, когда тренд на визуал зашел не только в коммерцию, но и личную жизнь, популярность фотографов снова растет. Осталось выбрать, чей мир ты разделяешь. София Яценко, Николай Шилко. День с толком.